Президент Венесуэлы Уго Чавес сообщил, что в ближайшее воскресенье начнет четвертый по счету курс химиотерапии. Он уверен, что курс будет окончательным. После него Чавес намерен начать это восстановление, чтобы быть в форме для проведения активной избирательной кампании. На этой неделе Национальный избирательный совет Венесуэлы назначил дату очередных президентских выборов, которые пройдут 7 октября 2012 года. После этого Чавес заявил, что наберет на них не менее 60% голосов. Развитие событий в следующих выпусках полностью доступно на сайте radiomayak.ru. Погода на маяке. В Краснодаре сегодня +25, в Новосибирске +22, тепла в Екатеринбурге дождь +18, в Казани без осадка +17 тепла, в Нижнем Новгороде +14 дождь, а в Санкт-Петербурге еще небольшие осадки +13 со знаком плюс, в Москве днем сегодня +14 и обещают дождь, а сейчас в российской столице +9, без осадков, давление 742 миллиметра.
толпа машин скопилась сзади.